Здесь будет бордовый цвет, здесь будет серый цвет, белый цвет и бордовый. Лето – традиционная пора ремонтов и различных обновлений. На стадионе «Труд» процесс наведения порядка к новому сезону в самом разгаре. Самые большие перемены происходят в тренажерном зале. Сюда ежедневно приходят заниматься несколько десятков кунгуряков. А вот условия были не самые лучшие. Напольное покрытие было уличным и крайне неподходящим для занятий внутри помещения. Да и большинство окон, как ни странно, не открывались. Это новое резиновое покрытие, специально предназначенное для спортивных залов. Оно не выделяет никаких токсичных запахов. В тренажерном зале мы также поменяем часть окон, заменим, чтобы можно было принудительно вентиляцию осуществлять. Ну и косметический ремонт, то есть стены, потолки. Все приведем в порядок. Обновлены и другие внутренние помещения стадиона. Стены украсили элементы нового фирменного стиля, разработанного специально для труда в его традиционных цветах. Ремонтируются душевые, давно требовавшие внимания. Впрочем, обновление коснется не только внутренних помещений. Здесь, на спортивной площадке, уже в этом сезоне появятся новые тренажеры для воркаута. А в дальнейшем, поделилась планами директор стадиона Екатерина Осмехина, очень хочется привести в порядок поле и беговые дорожки. Проект реконструкции есть, его нужно доработать и постараться войти в одну из краевых или федеральных программ. Где в Кунгуре поесть прилично? С другом посидеть отлично? Я не знал, мне подсказали. Очень сказочно в Версале. Все готовится с душой. Выбор блюд такой большой. И в помины на обед, и на праздничный банкет. Приходите в именины, в день рождения и крестины. Юбилей здесь отмечайте. Свадьбу шумную справляйте. Кто здесь не был, мне вас жаль. Загляните-ка в Версаль.